Приветствую вас. Давайте мы сейчас разберем ваш вопрос. Итак, я замужем, у нас грудной ребенок 5 месяцев. Под положением малыша стало очень тяжело управлять эмоциями, но здесь я полагаю, что это может быть связано с родами, то есть роды могли вас травмировать, это довольно часто происходит. Вот. К сожалению, поэтому тут увеличивается, к тому же достаточно сильно увеличивается напряжение, вот, ну то есть, что я имею в виду, говоря напряжение, да, имеется в виду увеличивается нагрузка, вы перестаете чувствовать себя самостоятельной, вот. Ну, то есть вы, может быть, не чувствуете, что принадлежите сами себе, вот, отчасти это правда, но тут есть, как мне кажется, такая деталь, что вот, ну, как вы к этому относитесь в целом, потому что вы себе, например, не принадлежите, допустим, да, вот. То есть, ну, как вам? Тяжело ли это, или легко, ожидали вы этого, не ожидали вы этого. То есть как бы тут вот, на самом деле, есть много достаточно нюансов, на которые мне кажется, вам нужно обратить свое внимание, вот, потому что они на вас влияют, так или иначе. Дальше. Так, до этого пережила тревожную депрессию с помощью психолога, психиатра, медикаментозного лечения. Что вы имеете в виду, говоря до этого? То есть до этого это до чего? До родов или до беременности. Вот, потому что вещи это довольно разные, понимаете, одно дело, если до родов, другое дело, если до беременности, вы, по сути, получается, проходили лечение во время беременности. Вот, опять же, не совсем понятно, ну вот здесь, да, не совсем понятно. Вы понимаете ли проблема, то есть причина депрессии, да, как это получилось и, собственно говоря, научились ли вы как-то вот с этим обращаться, потому что ну, депрессия не возникает на ровном месте, вот, и если вы обращаться с этим не учитесь, да, вот, то, в принципе, ну, мало что вообще изменится в вашей жизни, вот, поэтому то, что вы пережили, опять же, что значит пережили, да, то есть вот, ну, какое значение вы вкладываете в это слово, пережила. Вот. Для меня как-то вот это больше то, что вы пережили, для меня это больше похоже на избавление. То есть я вот хочу избавиться от, ну, от этого. Вот. Ну, мне кажется, что избавляться – это далеко не лучший способ решения проблем, потому что, ну,
избавлением вы ничего не добьетесь. Ну, собственно, как это и получается, как вы можете видеть, исходя из того, что вы пишете, да. А, значит, дальше. Сейчас стал очень нервный, вспыльчивый. В стрессовых ситуациях не знаю, как себя вести, но перестал себе доверять. Вот, перестал себе доверять, собственно, тревога это, как бы, тоже история про то, что, ну, что человек себе перестает доверять в каких-то вот случаях, да, в каких-то ситуациях, человек просто пытается подобрать и всё. Ну вот, не может человек себе доверять никак. Вот, значит, почему не может? Потому что обесценивает свои чувства, потому что думает, что их можно оценивать, вот, оценивать в том числе негативно, вот, оценивать в том числе деструктивно, в том числе навязывать себе какие-то чувства, иногда объясняя это тем, что так же нужно, так же правильно, вот, ну, вот так получается сплошная тревога и, собственно, ничего больше. Вот. Поэтому тут, конечно, ситуация довольно-таки, я бы сказал, печальна. Вот, печальна, но решаема. Не совсем понятно только, почему вы вновь не обратились к психологу, если такой опыт у вас уже имеется, такой опыт у вас уже есть. Да, дальше. Так, срываюсь на мужа, моего поведения в быту, разбрасывание вещей, фантиков, данный брат с собой, он не может. Ну, мне кажется, здесь проекция, то есть перенос на мужа, а вашего желания как-то вот, знаете, что ли, расслабиться. То есть хочется расслабиться, очень хочется расслабиться. Вот. Но получается то, что возможности такой нет у вас расслабиться, получается. Вы не можете расслабиться. Ну или вы себе не позволяете расслабляться. То есть как бы тут, ну, тут не столь важно это, да? Вот. А муж как раз таки это делает. То есть муж как раз таки расслабляется. И это вам, ну, довольно тяжело дается. Вот. Я бы, наверное, как-то выразился бы вот так. Я бы так, наверное, выразился бы здесь. Вот. И понятно, что это не очень хорошо, понятно, что это довольно так грустно, довольно таки это прискорбно. Вот, то, что вы описываете, но тем не менее, да, то есть вам, опять же, из-за недоверия себе, ну, возможно, эта ситуация. Вот, эта ситуация, возможно, из-за недоверия себе, из-за того, что вы себе не доверяете. Я не могу себе доверить, не могу расслабиться, не могу делать что-то спонтанно, вы говорите, что, ну, что условно, следите за домом. Я уверен, что следить за домом так, как это вот делаете вы, да, то есть, ну, не обязательно. Понимаете, да? То есть не обязательно следить так, как это делаете вы. Дальше. Он меня рассеял. Почему у меня? Это какое-то вот собственническое отношение. Забывчивый нерех, я не могу это воспринять. А как вы живете вместе?
этого я не обращала на это внимание, так как не было ребенка, было все равно. Но вы же как-то не обращали внимания, знаете? Вот сейчас я слежу полностью за домом порядком, что изменилось. Или вы боитесь, что сейчас с ребенком случится или что? То есть как бы, ну, для этого только не обязательно следить за всем домом. Как бы. Вот. То есть тут немножечко идет гипер. Да? То есть чрезмерность. Да. А он приходит домой с работы, сейчас поспать, такой график работы, а я нахожу дом постоянно, потому что тяжело жить в таком браке с ребенком. В каком браке с ребенком? Если муж приходит только поспать, о каком бардаке, простите, речь? Если муж, ну, муж он довольно редко бывает, я так понял, дома. Как бардак-то возможен, если он дома, если он дома не бывает? Ну, и, собственно, вы говорите, что мне тяжело жить в бардаке, а чем тяжело? Чем? Почему тяжело? Нет, нет, это не значит, что вы должны жить в бардаке. Вот, я не пытаюсь, на самом деле, это сказать, что вы должны жить в бардаке. Вот. Я скорее хочу просто, чтобы вы постарались в себе разобраться, что как бы происходит, вот, ну, конкретно, что происходит с вами, например, да, вот. Как ребенок, там, допустим, соотносится с бардаком, например, вот. То есть, мне кажется, что это такая довольно важная история, такой довольно важный момент. Знаете ли вы, например, что там, ну, грубо говоря, если вы пытаетесь ребенка защитить от грязи, там, и так далее, да, то он, аллергия у него, он будет более аллергозависимым в этом случае. Ну, это просто как такой небольшой, такое небольшое отступление, да, скажем. Потому что, я думаю, вы так это знаете прекрасно, но тем не менее. Вот, хочется вам об этом напомнить. То есть, в чем тяжесть здесь заключается? Конкретно. В чем? Дальше. Так, к нам приходят один раз в неделю делать уборку, но это не спасает ситуацию. Чем для вас важна чистота? Мы часто ссоримся из-за этого, дело доходит до истерик, слез и криков. Он не изменится, я это понимаю, но как изменится, мне понять все это. Ну и увидеть, в чем проблема. Конкретно в чем проблема, что происходит. Вот, чем для вас так важен порядок? Я не говорю, что он не важен вообще, безусловно. Он важен, но для вас он важен как-то вот очень сильно и после того, что вы считаете, что муж должен вести себя по-другому. Может быть, он и должен вести себя по-другому, но как его мотивировать вы на то, чтобы вести себя по-другому? Это тоже вопрос. Практика также показывает, что люди меняются только если понимают, конкретно, да, если понимают, зачем это нужно. Вот. Если человек не понимает, зачем ему это нужно, если человек не отдает себе отчет, да, то он меняется.
Ну, потому что любые перемены, они, в принципе, довольно-таки трудоемкие. И чем человек старше, тем они более тяжелые. Поэтому это тоже нужно учитывать. Мне кажется. Дальше. Вопрос к вам. Хотите ли вы меняться? Потому что тоже момент. Одно дело, если вы считаете, что вам действительно нужно меняться. Вот. И совсем другое дело, если вы там, ну, к примеру. Если вы не считаете, что вам нужно меняться на самом деле, вот, на самом деле, вы не считаете, что вам нужно меняться, но вы все-таки вот решаете, допустим, это сделать, потому что, ну, все равно выбора нет, вот. Если это так вот, если это такая позиция, то ничего хорошего, мне кажется, в этом нет и, в принципе, быть не может, потому что меняться вы не хотите. Если вам кажется, что это ваша проблема на самом деле, что она чем-то вызвана, проблема, то тогда да, меняться нужно, ну, вот для этого нужно, что, для этого нужно включать любопытство. Для этого нужно включать любопытство. И начинать интересоваться своей жизнью, по сути. Которая сейчас, как мне кажется, вам не особо-то интересна, к сожалению. Вот. Поэтому учиться замечать то, что вас волнует, выражать ну, по-настоящему то, что вас волнует. Я бы сказал, это очень такое ценное качество, вот, ценная черта. А сейчас вы, как мне кажется, говорите немножко не о том. Если не сказать, что вообще вы говорите о других вещах. То есть, порядок — это же просто попытка удержать какой-то статус-кво. Вот, и все. Как мне кажется. Я могу ошибаться. Но вы говорите, что мне тяжело, но не раскрывайте этих моментов. Вам действительно может тяжело, но давайте как бы вы постараетесь раскрыть это подробнее. Что вы вкладываете в это вот тяжело? Что вы в это вкладываете? Какое значение, какой смысл, и как вы можете с этим обратиться, что вы можете с этим делать. Говорите ли вы, например, своему мужу об этом, о том, что именно вот чувствуется, вами чувствуется. Не требовать от него, да, и быть мамочкой для него, а именно вот дать ему понять, что вы нуждаетесь, там, не знаю, в его защите, в его там, поддержке и так далее. То есть дать ему почувствовать себя мужчиной. Для этого нужно переложить на него часть того, что держится на ваших плечах сейчас. И это нелегко. Я не говорю, что это легко. Вот. Но сделать это необходимо. Потому что до тех пор, пока вы будете
пытаться, во-первых, от себя требовать чего-то невозможного, да, вот, во-вторых, до тех пор, пока быть от других, требовать чего-то, что нужно вам, да, но при этом не выражаю, собственно, то, чего вы хотите, то, что беспокоит вас, вот. Ну, мне ситуация видится довольно-таки печально в таком случае, довольно-таки грустно. Вот. А, дальше, по поводу ссор, скандала, здесь психологическую игру скандал, изучите, пожалуйста, вам это будет не бесполезно с точки зрения динамики конфликта, с точки зрения проблематики, вот. Ну и вы увидите, какие системные основания для возникновения такой модели поведения есть. Вам будет легче, вот, будет яснее, с чем работать. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Обратная связь по моему ответу может послужить началом вашей работы над собой.